Наша презентация посвящается древним городам Грузии и Армении. Если даже вы успели объехать полмира, Грузия найдет чем вас удивить, где встречается уникальная культура и древние традиции. Старый Тбилиси. Тбилиси построил грузинский царь Вахтанг Кургасали VI. Старый Тбилиси – район в историческом центре Тбилиси. Район расположен в юго-восточной части города, по обеим рекам Кури. Он занимает примерно ту территорию, которую Тбилиси занимал в 12 веке. Улицы в этом районе узкие, здания сохранили черты средневековой застройки. Просто нет. Вот старый Тбилиси. Здесь можно увидеть развалины цитадели Наликала. Достроена в 16-17 веках. Каменную церковь Анчисхати, церковь Митехи, кафедральный собор Сиони и баня царя Рустама. В старом Тбилиси сосредоточены памятники архитектуры. Имеются здания 5 века. Некоторые из этих архитектурных памятников включены в охранные списки Всемирного фонда памятников. На месте некоторых большого и цветущего города сохранились крепость и небольшое поселение, жители которых занимаются изготовлением армянской культурной кашемиры. Арабский историк Палацови в связи с событием в 7 веке называет Аркаша отселением Аркирус, красной кашемиры. В дальнейшем Аркаша исчезает с исторической армии. Сохранился конкурс монастырей в 10-12 веках. В 13 веке на месте явных хоргеров возник одноименный монастырский комплекс. Свежая школа, руководимый одним из крупнейших ученых средневековой Армении, Вахтанга Маравелити. Современное здание церкви относится к храмовому музею 17 века. Она состоит из главной церкви Богородицы, церкви Святого Григория, наемных хоргеров и жилых хозяйственных помещений, помогающих в оплате комплекса с ее внутренней стороны.